Всем привет! Мы в станице Кущевской. Я как-то несколько раз ездил по дороге и смотрю, стоит заброшка. Вот, но проблема только в том, что она закрытая. Не, ну как, к ней подойти можно свободно. Вот, но она до второго этажа заварена решетками. И не получается к ней подойти вообще никак. Вот мы, обратите внимание, находимся возле нее. Ну, видно, что она исписанная вся. Вот. Но я пока входа не обнаружил. А закрыто это все вот так вот. Решетка и все. Не, вот там видно, что есть следы того, что кто-то туда лазит. Вот там внизу тоже решетка. Я пацанов увидел. Думал, ну, сейчас они мне помогут. Расскажут, как туда зайти, как туда попасть. Вот видите, здесь решетка, тут решетка, там решетка, здесь решетка. Не представляется возможным туда попасть. Вот. Так это, молодежь так ломанулась. То ли меня испугались, то ли еще кого. Непонятно. Но они ломились. Блин, как сайгаки. Короче, вот так прям прыг-прыг-прыг вдоль забора. И туда, короче, ускакали. Вот. Я даже не пытался их догнать. Потому что нет смысла. Вот, а заброшка, ну, выглядит вот так вот. Там вот дверь тоже. Она тоже закрытая. Нету, в общем, входа. Такая, как бельмо, короче. Торчит посередине поля. И все. И больше ничего не происходит. Причем решетки и с той стороны, и с этой стороны. Ну, с одной стороны, конечно, правильно, что закрыли так. Хотя бы молодежь не будет лазить. И, короче, не будет у них шанса расстаться с жизнью. Потому что все эти постройки, они не что иное, как несут угрозу здоровью человечества. Вот. Ладненько. Раз тут ничего не получилось, попробуем мы пройти в другое место. Вот с дороги она вот так вот выглядит. Пятиэтажная. Лифта, скорее всего, не предусмотрено. Даже лифтовых шахт нету. Ну вот там вот наверху вижу, что плита лопнула. Ну, в общем, короче, попасть в нее не получается. Поэтому идею мы эту забросим. И пойдем дальше.